Есть все. Есть район, есть замечательная команда, есть прекрасные главы сельсовета. Не хватает только одного. Аппарата для ускоренного движения вперед. Я что-то думаю, что есть какая-то в этом символизм, и есть какая-то, возможно, мистика, что район так сильно развивался, когда глава имеет седло. Поэтому вот вам седло. Не мое кредо рубить сгоряча, и чтобы принципиально менять. Есть люди, есть опыт работы, и поэтому ставятся задачи, задачи должны выполняться. Если задачи не выполняются, тогда принимаются какие-то оргвыводы. Кардинальных революций, конечно же, не будет. Поэтому будем использовать багаж наработанный, ну, при необходимости, конечно, определенные корректировки будут делаться.